Плохо ведете. И у нас запись пошла, да, да. И еще два парня, которые тоже с Киева, да? Друзья Алексея, которые уже прыгнул 4 раза. Они смотрели, наблюдали, как прыгает Алексей с этой прекраснейшей, страшнейшей высоты, которая казалась 1,15 м. Расскажите, как вы отважились, вот что вас заставило вот именно прыгнуть? Все-таки вам стане мало. Не прыгали когда-то раньше, да, вот такой вот. Некогда казалось, там вообще большая высота была. Увидел, рассказали, поделились. Именно с, да, с прыгнуть с этой высоты, да? Сюда, да. То есть вы хотели испытать этот адреналин, прыгать с этой высоты, да? Какие ощущения, когда вы прыгнули? Вообще классно, отлично. Что чувствовать? Можете сказать, что вы чувствуете? Ну, вот смотри, не знаю, немного вот, взбодрённо. Я могу все, да? Есть ощущение, что я могу все, да? Возможно, так, да. Вот если я бы спасаю куда-то, если я вот это прошел, то что мне другие задачи, которые не связаны с таким риском? Конечно, считаются мелочи. Можем сказать, что да, что вот это такие вот ситуации, испытания мужчину закаляют до такой степени, больше и больше, да. Что в жизни в обычной мы можем преодолеть трудности и препятствия. Конечно. Отлично, замечательно. Можете подсказать нашим слушателям, нашим зрителям? Я думаю, что им стоит сюда приехать, каждому. И как настроить такие ощущения? Отлично. И как настроиться для того, чтобы сделать этот первый шаг? Что я нужно сделать? Отбросить все и просто пойти вперед. Просто собраться и выгнать. Да. Отлично, благодарю вас. Вы можете поделиться? Нет. Хорошо. Спасибо огромное. Навасте.